Хочу сказать спасибо тем, кто всегда отвечает мне на видео. Когда я говорю «доброе утро», «хорошего дня», люди тоже отвечают в комментариях. Спасибо, очень приятно. Смотрите, как красиво пожелтели листочки уже желтенькие. Вот, внизу. Класс, класс. В общем, мои еще не наелись. Ну, приходится стоять еще с ними тут немножко. Я уже пришла их забирать домой. А они еще не поели вдоволь. Хотя я вижу, что уже достаточно было бы, но... И дома я уже наложила там сено. Ну ладно, постоим чуть теперь. Вот это, я надеюсь, все-таки у меня скотная. Потому что в апреле, когда все катились, она у меня не окатилась. Этот. Ее дочка у меня Катя. Ее тоже вот породистый баран ее покрыл. Вот она там черненькая такая. Голова у нее черненькая. Вот по ней видно, она скотная. Вот, вот, вот она там. Это ее мама. Вот это белая ее мама. И вот она одну течку вот у нее не было, видимо. Пропустила. А кот? Она беспородная, я не знаю, смешанная какая-то порода в ней. Потому что эти люди раньше тексели держали 400 голов. А потом там непонятно уже, кто там был. В общем, это от них овца. Ну все, идем к выходу. Они сами сюда пришли, я их сюда не гнала, они были на другом поле вообще. Потом себе через дом и тючух-тючух-тючух сюда пошли. Уже сами нашли вход. Молодцы-то какие. Шустрые, однако.